Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Ну, здрасте, товарищи, друзья. Следующая серия по хардкору. Поехали, давай. Давай. Нам на перевал. Нам на перевал, да. Мы, наверное, первый акт пройдем без зрителей. Так получится, а уже второй, вот когда все узнают. Да, ну мы сказали про то, что первый акт. О, двоих аж на свою сторону переманил, ты видел? Ой, слушай, что-то нам тут это люлей отвешивают. Да, пойдем-ка мы на мостик обратно. Мне гнева не хватает, говорит она. На! Ей гнева не хватает, может тебе по лицу дать? Давай. Щхбдыщ! Дал по лицу, я аж к ним отлетел. Но ему тоже гнева не хватает. Какие-то у нас они тряпки. Не гневаются просто, они храмовники. Они никакие не эти. Зачем ты лишний раз пони призываешь? Ну, чтобы там улепетать куда-нибудь. Вдаль, в закат. Ладно, я промолчу. Да, лучше, когда ты молчишь, намного интеллигентнее. Умрите! Вот у тебя сейчас сколько отделений уже занято? 4. А, ну вот видишь, ты что-нибудь поменял? Нет. На 20 уровне. Может, что-то я там поменял, да? Стервец какой-то, да? А что? Ну просто, чтобы мы одинаково были, не умирали. Ну, обезьяна. Я дальше проскакал. Легендарка выпала. Ну и фиг с тобой. Вот эти. Я тоже так умею. Да ты шо? Удивительно бы, если так не умел. Так ты так и не рассказал, как ты переманишь этих молодых. Вот так. Я ж говорю, сияющий этот щит или как он там. А, у тебя, наверное, пассивка стоит. Ну да, там не пассивка, а... Руна. Руна. Руночка. Руна. Какую там гоночку надо, а еще нету. А, противники, на некоторых действует умение, могут ненадолго перейти на вашу сторону. Называется умение сияющий щит. То, которое их ослепляет вот так. Мне нужно больше гнева. Вот так вот мы играем на хардкоре. Один читает, а другой спрашивает. Да. А третий пытается выжить. Вот ты не такой паникер, как я, так что все можно передряги попадать. Бедный кослик. Так, стойка. Я тебе 4 козленочка привел. Урон получаемый нет. Противники на лифт. Я все сказал, я тебе 4 кослика привел. Сам ты козел. Так и хочет меня слить. А что будет потом независимое прохождение? Да, да, очень. Я его кроме тебя никто смотреть не будет. Да-да-да. Скажешь, Эллыча слил, ну и сливайся сам. Блин, у меня такие пролаги какие-то идут. Я, кстати, наоборот хотел сказать... Вот, ты наконец-то их начал на свою сторону переманить. А, я наоборот хотел сказать, что ты, мол, под ними держишься, что крутой, а ты, видишь, паниковать опять начал. Не, у меня если пролаг, тогда какой к черту держишься? Ты там читал чего-то? Нет, я ничего не читал. Пока ты не слышишь бзын, ничего я читать не буду. Я не слышу бзынов. О, гоблин. Что, поскакали на лошадях? Нет, тут сначала это, потом... Пыдыщ. Они нападают на караваны и вторгаются в... Ау! Где раньше их никогда не видели. Эй, гоблин. Идем на нашу сторону. Да, давай, переходи. Да ты уйди от меня, а! Тут редкостная есть, чувак. Хух!
Как мы его? Редкая пещера. Нет, как мы его? Хочешь, блин, как козлам голову отрубает, это вообще жесть какая-то. Просто щит по башке и вместо и тут, щит. Тут лучники! Мне не хватает гнева. Ну, вон, один на нашей стороне. Вот в спину он своим стреляет. Нет, мне нравится определенный щит. На, два на моей стороне! Так они, сука, от него... Они в друг друга стреляют! Нет бы в третьего стрелять, они в этого стреляют, идиоты, блин. Чё золото не выпадает, а? Какая-то книжка выпала. Вообще надо посмотреть, что у меня там есть интересного. Как он? Коня! И поскакал на нем. А ты вот здесь вот ничего не хочешь взять, не? Хочу. А что там есть? Там ничего нет. Золотая шапка. А, не, плешники. Которые лучше, чем бывшие. Не, определенно, с закрытием аукциона стало намного интереснее играть. Реально дорожишь своим персонажем. О! Дневник путешественника. Рыженький который. Нет, у меня так. Мы сами, блин, крестоносцы рыжие. Дим, еще дневники рыжие. Дневничные. Хорош молотом кидать, у тебя что? Я тоже так могу. Не догонишь, не догонишь. Обогнал. Спину, блин, прибежал, подошел. Вот зачем ты щитом сломал эту фигню? Ну не ногой же ломать. Мы почти одинаковые, у нас булава одинаковая. Взял, главное, купил такую же булаву, как я. Взяли, напугали, вот вам. Втроём! Это серьезно. А прикол, когда мы будем с Диаблой на второй фазе драться, когда наши зеркала появятся, кофе, мы их возьмем, тоже переманим и сустим. Ну, кстати, можно. Так. Что-то ничего из него интересного не выпало. Идем вниз, там колодец. Стой, смотри, стой. Черт, не получилось. Ну, ладно, жмакай. Ты внизу застрял? Сверх. Ну, вообще, я так делал до этого. Я, короче, вот помнишь там, где... Спрыгивать к паучихе. Я верю, верю. Чувак. Понимаешь, где спрыгивать к паучихе? Ну. Ну вот я туда вот спрыгнул. Какой ты, а? Да. Хитро. Хитро намазанный. Вот что мне с четырьмя лимонами делать, а? С четырьмя лимонами. Скушать с кожурой. Я думаю, мне будет очень кисло. Я думаю, тебе будет горько и кисло. Побежал ты. Что-то она очень короткая, тебе не кажется? А там второй есть. Вот там, по центру. Мы ж туда не заходили. Ну так. Так, надо пассивку кое-какую подвинуть. Да ладно. Да тебе напоминать надо, что такая офигенная фигня есть. Она еще потом дольше работать будет. Илитосик! Шбдингс! Все под нашим контролем. Нет, кроме одного. А что ты убежал? Ну я просто переместился на более выгодную позицию. Веселый. Да, интересно. Я бы ему просил крестоносцы, если бы они бы его продали бы.
в рабство. Ага. Ну реально конь ничего не делает. Ну пока нет, там будет потом пассивка эта у него. Купить ему турбодвигатель? Ну да. Так. Все, уехал. Вот так вот. А тут дверь, на, типа, башка. Стеночку заказывали, на. А я пойду сундук открою. О, три золотые шмотки. Да. Золотые шмотки, они такие. Ну, кто на нашей стороне, пацаны? Трепещите перед Закарумом! Слышь, что сказал? Трепещите, говорит, перед Закарумом. Мне такого не сказал. Видать, он тебя не уважает. Так я знаю, тут смотри, сколько опыта. Замечательно. Я даже левел получил, чувак. Тут еще есть опыт. Что за опыт? Ну? Колодец? Да. Врёшь. Да. Тут зато есть офигенная штука, суд называется. Давай. Я не готова. Она говорит, я не готова. Это будет хорошее. Там он это. Ты видал, как я прям туда ворвался и убежал оттуда? А мне вот тоже надо смотреть. Какой пример подаешь? Да ладно, сейчас вот этого убьем, потом вот этого убьем, потом вон того убьем и вон того, и все будет хорошо. А почему конь на месте стоит? Не знаю, у меня он двигается. Да ладно, они все время под нашим этим наблюдением. Сейчас смотри, смотри, смотри. Щебдыщ! На 2000 ему как вдали. Так надо пойти взять там яблочко. Вкусненькое. Два урона. Так, там выход, пойдем сюда пройдем. А здесь тоже ничего интересного нет. Печаль, беда. Говорю, пошли вон туда. Обида, горе, суета. Так, у меня коня нет. Что там делать? Что там делать? Коня искать. Терпение, говорит. Терпение. У меня тоже. Сказала она. Ну и там ничего интересного нету. Хрен его знает, случайная генерация. Тут есть вот эти три чувачка страшных. У тебя сколько заполнилось? Чуть-чуть. У меня тоже один. Но правда на 22 уровне. Я тоже так умею. Да, но только это вообще никак не ускоряет. Ну, ускоряет, но немного. Момент не будет. Ну, типа сумничал. Там на пару секунд обогнал меня, все, герой, блин. Конечно, герой боевика, а сам-то. О, мы нашли палку. Щит, козлы. О, смотри, как быстро мы палку нашли. Ну так. Так еще говорят. Смотри, шкты. Не, вот сейчас смотри. Чувак, ты смотри там, а то сейчас тебе будет. Больно. Пойду-ка я чем-нибудь сожру. Искрасил. Вот ненавижу этих гадов, они ударят и быстро подъезжают. Так, я забыл, что мы же можем переманивать. Ну так, причем этих же гадов. А я, кстати, тебе скажу, неплохо живу. Да мы вообще офигенно справляемся. Нифига себе, вас много как стало. Даже не знаю, кого мне ударять. Всех! Бей всех! Так, от этого надо отойти,
больно слишком. Не знаю, меня что-то ни разу не ударил. Не, я имею в виду молнию. Ох, мы сейчас вон там подохнем, там же и сверху, и снизу нас будут бить. А это будет в следующей части. Не, мы сейчас туда пойдем, ты чё? Ну мы на самом деле до портала дойдем и все. Да ты вообще обнаглел. Видал, как я открыл дверь? Смотри, сейчас будет. Сейчас будет Бобо. Он вообще всегда говорил. Да, первый раз слышу. Не, вот этот чувак всегда говорил. А дерево надо заднее убить, а там всю малину испортит. Да не, нормально все вроде. Малина-то уже мертвая валяется. Ты бей дерево. Да зачем мне бить дерево? Где ты вообще дерево? Тут нет вообще дерева, чувак. Ну серьезно, вот посмотришь на записи, там не было никакого дерева. Куст, блин, не знаю, как это называется. Да вообще там не было у меня ничего, пусто было. Ладно, ладно. Серьезно тебе говорю, потом на записи сам посмотришь. Хорошо. Смотри, в ловушку не попади! И чё? Больно. Не знаю, то есть у нас слабак? Конечно. А, так какой у тебя урон-то? От чего? От щита 600, от молотка, не знаю. Нет, ну в смысле обычный урон какой у тебя? Ну, на Y, когда нажимаешь. На Y? На Y! Я на Y нажал, у меня достижения открылись. Я чуть не сдох, кстати. Троллинг таки сработал! За этот троллинг ты поплатился по одиночному прохождению. Ну а чё, у тебя тоже же было одиночное прохождение. Ну ладно, шучу, если на I нажимаешь, то какой у тебя там урон? Офигеть, ловушка! А? Можно просто на C нажимать гораздо быстрее для пальца. Не знаю, на C долго. Да, ты у нас смотри, длиннопальцы. Да. Чего они там делают наверху, эти синие, ты видишь? Так, короче, достали. Только слышь, телепорт, ты дерево. У меня сейчас лично ответишь. Дерево, короче, под них гадит теперь. Нечего там, что там дерево нет, ты чё? Есть там дерево. На записи посмотришь, там старники тоже на тебя будут стоять, которые чипают кустарники. Есть там дерево, и кустики, и кустарники. Спиленное такое дерево? Ну, уже мертвое, да. Ужас просто. Да я вот смотрю, а я стоял сейчас в этой. И мне было похрену. Хорошо, что тебе не по другому месту было. И куда ты телепортировал? Наверх! Нам до лилолика надо добраться. Нам только до портала надо добраться. Не. Чувак, уже 18 минут 19. Да мне на 25 будем делать. Не, 20. Комментарии к прошлой серии были написаны, что они очень короткие. Делайте хотя бы под длиннее. Прошлая серия была в 40 тысяч минут. Вообще, на самом деле, Элкин даже не знает, что напишет в комментариях. Я вангую. Хреново из тебя, Ванга. Но люди, которые посмотрят вот эту серию, точно напишут, что она была слишком длинной. Эх, Леори, Леори. Сам видишь, я пытаюсь дотянуть до тебя. Да, что-то мы не по адресу заехали. Не, ну я вполне потом по адресу въехал, но... Что-то как-то... Весело у вас тут, ребят, одним словом. Ну, он лично переманивает тех, которые уже почти сдохли.
Мне больше волнует, какого хрена у меня лошадь на месте иной раз стоит. Вот я тебе про это и говорю, иной ты раз. А ты не, она сразу скачет, ты чё? Ну так она сразу скачет, ты чё? Ты иногда в меня своим молотом попадаешь, ты знаешь об этом? Да, я целюсь в тебя. Синяки остаются. Ну? Я пытаюсь в глаз попасть, все время обычно между ног попадая. Хреново из меня здесь Диабло снайпер. Фонарет, вообще это вроде у меня здесь женский персонаж, а не у тебя. Кстати, вот этих хреней я на этом не помню что-то месте. Здесь, по-моему, вообще никогда не было. Их, да, не было. Их примат. Откуда здесь это проклятое гнездо взялось? Оно переехало в теплые края. Но оно заметно, в горы, да? Ага. Горы такие теплые. О! Алочный ёблин. Ах ты, алочный гоблин. Блин, вот я ему щитом по сзади на 800 как треснул. Смотри. Ах ты ж! Давай чуть-чуть, чувак. Слишком тяжело моему. А все благодаря нашему хыдыщу. Так, булка. Сколько у тебя до уровня осталось? О, много. Ну много это сколько? 6 клеток. Одна. Да ты конкретно что-то не стал перегонять. Стараюсь, друже, стараюсь. Легендарочка. Это, наверное, рецептик какой-то. А, нет, на плешнике. Она сейчас, наверное, фиговый будет. Но главное, что вид. Да, обидно, что вид. Могли бы хотя бы со скоро бы вид тоже объединить. О, еще что-то золотое. Да, опять вы! Так, нате, в общем, вам раз. Нате вам два. Нате вам три. Ты что там всем раздаешь, да, Миш? Да я уже отдал все людям. У них нет ничего. Такие два щита досадно. Блин, мне эти кусты уж надоели, надо бензопилу срочно купить в городе. У меня почему-то странное ощущение, что тебя, блин, не слышно. Вообще не слышно. Ты сейчас сдохнешь? Да? Ты в яде стоишь, балбис. Нормально все, я пытался тебя повысить по голосу. Всё, побежали. Игра сохранена. О, сейчас я как приземлюсь, смотри. Шкдин. Хорошенько так приземлился. Все под наш контроль попали прям. 23 уровень. Шикарно. Пол палки 23 уже заполнено. Так подожди, нам же еще осталось сколько? Уровней 6 пройти. В смысле? Ну, чтобы до мясника дойти. Нам тюрьма, потом три вида этих. Три уровня, и потом мясник, правильно? Ну да. Мы от портала до портала будем идти. Это так. Там это слишком короткие серии будут. Нормально. Мы там 10 раз лечь успеем. Да не встать, да? Конечно. Будем похожего персонажа одевать. Так, а вот это что-то борзость какая-то. Вон воин клан Луны. Это какая-то, знаешь... Как же этот мультик-то в детстве назывался? Анимешный, я уже забыл. Sailor Moon, во, вспомнил. Sailor Moon? Да. Блин, как ему башку оторвало. Так, духи. Не знаю от усталости. Кто это говорил? Не знаю. Не я это точно. Тебя как, долбанул? Так, вон ту желтую хрень возьми. О. Смотри, три духа все за нас и борются между собой. Вот дебилы, а.
нет бы босса бы самого главного убить. Да-да-да, ну мы его сейчас... Они знают, если сейчас его убьют... То и они умрут. Они исчезнут. Да. Так, я открываю. Мы дебилы! Чё? Не мы, а ты. Мы. А знаешь почему? Ну-кась, накусь. Там гоблин был. Я-то думаю, что-то там мелькнуло-то, а? Поскакали. Вы чё тут? Чё, больно, а тата делают? Позажимать они меня в кустиках решили. Какие плохиши. Да вообще. Вот когда мы дерево переманиваем, цветы, которые оно... Да, стоит. Нам под этих, да, делает. Чего? Да, 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 оно сажает, и оно больно им делает. Но оно не на нас влияет. Нет. Хотя я это, честно говоря, никогда не проверял. Вот тебе верить на слово, это же себе дороже выйдет когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, но не сейчас же. Хдыщ! Не сейчас. Он сказал вот, ну, точнее, ну вот и все. То есть что, он подохнуть что ли собирался без моего разрешения? Ну вот и все. Закончился мой сегодняшний бой, да? Я отключаю клавиатуру и мышку, говорит. Ты же не против, да? Ну. А то вдруг ты устал. Что-то нам сегодня на синик везет. Нифига там бошки поотлетали. Жестокий ты человек. Я такой же, как и они. Ни лучше, ни хуже. Крестоносец, походу, оружием не дерется. У него одни заклинания и все. Ну так. Ну, кроме той, которая с плышом бьет. Ну да. Щит выкидывает, молот. Щебждинь. Воин клана Луны. Что же они все такие клана Луны? Клана Луны. Так, мне надо продаться. Поддерживаю. Только за дешево не продавайся. Хорошо, специально для тебя продамся за дорого. У тебя как там? С доспехами. А чё у меня с ними? Да это просто ломаемся мы. А, в этом друг смысле? Друг... Да, ничего друг друга не спрашиваем. Глупости не предлагаем. Ну и правильно чё. Блин. Ты такие крутые выбросил рубины. Сказал Белкин, если бы они были действительно крутыми, да? Тебе вот эти шмотки нужны? Только плечи, по идее. Ну, бери то, что надо. Хотя... Пофиг. Ничего не надо. А вот эти трусы надо? А, трусы! Нет, не надо. Ну, как знаешь. Не отчаивайся, любимый. Ты сделал все, что мог. Я не могу описать словами то счастье, что мне довелось испытать с тобой. Мне камушек нужен на... Вот на чем мне, на силу поставить камень или на живучесть? Как ты думаешь? Чувак. Я не знаю. А, на живучих себе сколько поставлю? 12% нет, оружие. Какие у меня шмотки здесь, говно. К силе. Ладно, давайте я к силе поставлю. Ладно, пойду. Пойду дальше проходить. Шбэнкс. Двух ударов вынес.
Ты уже куда там приключения нашел? На попу. Без моего-то. Ну, без твоего-то я вот сюда-то не телепортировался же. А мог бы. Блин, нифига себе он своего ушатал. Ну, серьезно. Смотри, Шбейнкс, и он опять под нашим контролем. А не он, кто-то другой, но не важен. Главное, что под нашим контролем. Ну так. Сейчас будет, смотри. Почаще юзая на 2 косаря отнимает. Ну, на единичный не очень хочется. Че, он сам себя будет бить, не? Да. Сделает себе больно. Ну так они же эти, как они. Самозахит. Тихо. Тут колодец. Подожди, не пой. Ой, не пей. Хорошо, не буду петь сегодня. А то частенько бывает. Там что-нибудь есть, интересно? Нет, там только склеп был. Давай, бухай. Где хочешь, посмотри. Да, верю все. Может, там легендарка тебе выпала. Ну, на карте бы отобразилась, наверное. Такие, отходим назад, пусть они все выбегут. Так надо их всех позвать. Ну, ща позову. Чуваки! Чуваки! Все, отходим. А лошадь она. Хдыч! Ох, как там хорошо это все сейчас будет входить-то. Как вам такое? Смотри, еще раз. Тыщ. Вот, блин, лошадью ты зря их разогнал. Да, они разбегаются? Да, они от лошади в стороны. Интересно, а мне выпадет кость Леорика? Ну чё, этот есть грибочек. Не, кости нет. Кости обычно в камине. Ну его там нету. Кого? Ну то есть камин есть, Леорика нет. Вон там троих снизу не добили. Книжка, приказ Магды. Еще одна книжка. У нас появилась новая цель. Девушка по имени «Мне тяжело находиться в замке». Хдыщ! Я убил бы Магду сейчас. Но не судьба. О, 23-й. Видишь, с каким опозданием? У меня уж сейчас 24-й будет. Да нифига себе ты, зверюга. А мне еще что-то дали даже за это. Ну чё? Все, до портала и выходим. Как я и сказал. Ладно, видите, дезертир не хочет дальше играть. Да, и так снова напоминаем, что у нас есть клад живой, жезл босс живой. И в общем, да. И возможно, когда вы это сообщение увидите, тут уже будет дохрена народа. А может и не будет, фиг его знает. В общем, с вами были, как всегда, мы, ЛДС. Мы были рады вас видеть. Пока, удачи и моя девушка в кустиках. Все. Да.